К нашему сюжету замечательному. На какой резине мы сейчас едем? Обратите внимание, Nokia Hakka Green. Hakka Green, это винтецкая резина. Смотри, какой проезд. А вот, чтобы вы посмотрели, видите, вау. Вау, она практически новая. Не верите, что она новая? Сейчас покажу. Вот где у нас с вами. Итак, видите, да? Только-только стерлась циферка 6. Видите? Только-только стерлась циферка 6, но в каком она? Никаком состоянии. Реально никаком состоянии. Другое колесо тоже. Сейчас мы вам еще покажем. Из той же оперы. Противи поднять его. Вот, то же самое. Хорошая новая резина, да? Сейчас вам покажем, как это выглядит. Ну, чтобы вы поняли, так, где эта резина изготовлена? Сейчас найдем. Тут ничего сложного и нету. Так, где у нас Made in Russia? Так, по-моему, все-таки это немножко... А, вот Made in Russia. Вот видите, Made in Russia, сейчас покажу. Видите, что такое? Видите? Made in Russia, да? Так, вот я попросил бы его сейчас развернуть немножко. Так, и вот и показать вот это качественное. Посмотрите внимательно, где у нас корда вылезла. Надо посмотреть, помотать немножко. Вы поймете, что там у нас повернули. На балансе, то есть видно, что... Нет. Это вот корда еще здесь. Посмотри внимательно, я тебе точно покажу. Покрути ее, покрути. Чуть-чуть. Да. Вот. Не торопитесь. Видите, да? Что за колесико? Офигеть. И вот, смотрите, вот. Видите, корда вылезла, да? Видите, корда. Видно, да? То есть новое колесико. Хорошее колесико, которое выпускается в России. А теперь мы его покажем, как оно идет на балансире. Вы же тоже захотите посмотреть, да? То есть она практически новая. Ну, прошел, может быть, год. Ну, может быть, два. Так. Сейчас мы вам покажем на балансире. Тут быстро крутить не будем, надо будет просто показать. Так, вот давай сейчас. Не, да, не крути будет. Итак, вот не торопись, смотрите. Ну ты вот беговую показываешь. Вот беговая дорожка. Видите, как она идет? Вот она, видите, кривизна, красивизна. И вот эта вмятинка, видите, вот она вмятина, видите? Вот эта вот вмятина, откуда она нарисовалась тут? Машина очень хорошая, никуда не выкопенивалась, потому что резина большая. Вот видите, да? Вот опять же, колеса в отличном состоянии, но никакое. А сейчас покажу, что это за резина. Это резина получается 195 на 65 R15. Да, господа мои, вот если вам такая резина нужна, сейчас я на себя продемонстрирую, чтобы вы поняли, кто это. И покажу, кто это я есть. Давай. Вот, вот, да, сейчас поснимают. То есть вот он я, да? Я также занимаюсь с автомобилями и также прихожу к выводу, что все, что делается в России, неважно, Nokia еще что-то сделано из полного говна. Так что, господа, при покупке резины выбирайте уж не российское производство, а там, где эта резина и должна делаться. Если Nokia, то Финляндия, если Кисловодск, то, естественно, Япония, ну и все остальное. Посмотрите внимательно, где это делается. Ну ни в коем случае не берите российскую. А вот мне Паша вот сказал, кто сейчас камеру держит, что лучший вариант это кама. Другого варианта и нету.